Время для наступления Украины истекает по мере приближения плохой погоды. Об этом пишет американская газета The Hill. По информации издания, наступление холодов передаст инициативу на поле боя в руки российской армии. Украинские солдаты стараются выиграть время. Чтобы добиться прорыва на юго-востоке страны до того, как наступит дождливая и холодная погода и ухудшит условия ведения боевых действий, что произойдет уже в следующем месяце, говорится в публикации. При этом подчеркивается, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится только из-за плохой погоды. Но холода и слякоть заметно осложнят боевые действия и замедлят операции. У ВСУ осталось совсем немного времени для достижения поставленных целей, поскольку если им не удастся сделать это в ближайшее время, то инициатива окажется на стороне российских солдат, подчеркивает европейский эксперт The Hill Матье Булик. Отметим, что в значительной мере инициатива на многих участках линии соприкосновения уже сейчас находится в руках вооруженных сил Российской Федерации. ВСУ самоубийственными мясными штурмами практически полностью исчерпали свой наступательный потенциал. К тому же моральный дух в подразделениях украинской армии сейчас далеко не на том уровне, на котором был в начале лета. Огромные потери личного состава и техники, а также мизерное по военным меркам продвижение ВСУ сделали свое дело. Многие украинские солдаты сейчас почитают за благо как можно скорее сдаться в плен армии Российской Федерации. Причем, по оценкам экспертов, их примеру все чаще начинают следовать и офицеры украинской армии.